Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про Фантома. В 2008 году Российская кинологическая федерация выделила в отдельную породу пуделей черно-подпалого окраса и дала этим собакам название «Фантом». От обычных пуделей фантомы отличаются только внешними характеристиками. Как и стандартные пудели, представители породы «Фантом» обладают высоким интеллектом и послушным характером. Эти собаки – отличные компаньоны. Я не знал эту породу, не был с ней знаком. Хотел приобрести пудели абрикосового. Вот. А когда увидел Фантома, или он увидел меня, наверное, в первую очередь, я понял, что это моя собака, да, я ее полюбил. Окрас, да, необыкновенный окрас. Для меня он показался, правда, редким очень. Вот. Неизбитым. Что мне нравится в нем, что он очень выборочный. То есть он не подходит каждому, кто готов его погладить там или дать какую-то вкусняшку. То есть он смотрит внимательно, оценивает правильно человека. Мне кажется, он даже чувствует порой лучше, чем я. Даю правильную оценку там тому или другому человеку. То есть как лаком свою бумажку. Вот. Это такое очень хорошее, мне кажется, качество в собаке. Согласно стандарту, существует 4 разновидности фантомов по размеру – большой фантом, малый фантом, карликовый фантом и той фантом. Для сравнения, у большого фантома рост холки составляет от 45 до 60 сантиметров, а у той фантома – от 24 до 28 сантиметров. Шерсть у фантомов также бывает двух видов – кудрявая и шнуровая. Фантомы – общительные, дружелюбные собаки. При правильном воспитании и социализации с самого детства во взрослом возрасте они отлично уживаются с другими животными. Представители породы любят проводить время с детьми, особенно играть с ними. Он жил вместе с котом в одном доме, и проблем никаких не было. То есть это игривый, хороший, компанейский парень. При уходе за фантомом особое внимание необходимо уделять шерсти питомца. Собаку важно регулярно расчесывать и водить на груминг. Купать представителей породы рекомендуется по мере загрязнения. Также важно следить за состоянием глаз, ушей, зубов и когтей животного. Расчесывать надо, но мы расчесываем его раз в неделю, после раз в неделю его моем. Мыть надо обязательно. Вот. Естественно, и расчесываем. Только она расчесывается на влажную вот, шерсть. На сухую нежелательно его расчесывать. Уход раз в неделю мыть, сушить и любить. Средняя продолжительность жизни собак породы Фантом составляет от 12 до 14 лет. О других интересных породах вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!